Здравствуйте, меня зовут Ганна. Я хочу сегодня с вами поделиться и просто посоветовать, что должно быть у каждого, кто знаком с компанией Narin, с ее продукцией, дома. Это скорая помощь при вирусных и простудных заболеваниях. Концерн Narin предлагает на нашем рынке удивительную продукцию, эксклюзивную продукцию. Концерн Narin уже 60 лет занимается продукцией здорового питания. Нет большей ценности, чем здоровье. Итак, сейчас наступает время праздников. Нам хочется как можно больше встретить своих друзей, показать прекрасные праздники детишкам. Все это замечательно, но наша погода, нет солнышка, очень плохо. И, конечно, вирусы атакуют нас ежедневно. Как защититься? Ну вот если вдруг вот так произошло, что вы заболели, а впереди у вас праздники, а впереди у вас работа, а вам надо быть на ногах? Сразу рекомендую, только вы почувствовали боль в горле, озноб, отек носоглотки, насморк, вы чувствуете себя отвратительно, придите, посмотрите, что у вас есть дома. Вот здесь набор продуктов, которые я советую обязательно, чтобы был у каждого. Первое – это масло плюс. Масло плюс – это набор из масел. Прекрасные антибактерицидные, антисептические свойства помогут очень быстро справиться с многими недугами. Первое – это боль в горле. На кусочек сахара капаем одну капельку и рассасываем. Замечательно, но это не все. Смотрим дальше. Что у нас есть дома для того, чтобы приготовить много-много теплого питья? Но чтобы это питье было не просто вода, что вода тоже замечательна, но и, конечно, несло профилактический эффект. Можжевеловый сироп и изотонический чай. Можжевельник издревле является таким реликтовым растением, и экстракты из можжевельника прекрасно способствуют улучшению защитных свойств организма и как можно быстрее вывести токсины из крови. Прекрасно способствует улучшению кровообращения. Делаем теплый напиток, закутываемся в плед. Но это еще не все. У вас отек носик или у ваших детей? У вас кашель? Пожалуйста, 1 мм нашего крема вы наносите на область возле носа, делаете легкий массаж. Днем, если все-таки вы чувствуете, что у вас болит горло, есть кашель, вы наносите на область горла, на проекцию, где у нас расположены бронхи. И основное, тимьян, он славится таким эффектом, как мукалтивный эффект, отхаркивающий. А это значит, что ваш кашель как можно быстрее пройдет. А на ночь вам надо сделать такие процедуры. Растираем маслом плюс стопы ног, икры ног, а грудь и спинку растираем кремом-можжевельником. Можжевельник – согревающий эффект и, конечно, антисептические средства. Это борьба с болезнетворными бактериями. Закутываемся в плед, а утром вы уже здоровы. Я желаю вам здоровья. Эту продукцию вы можете приобрести в нашем магазине E-POD. Пожалуйста, и приходите в наш офис по адресу Розенкранца, 17.